Азербайджан, Турция и Грузия заинтересованы во взаимном сотрудничестве по целому ряду направлений. Об этом заявил помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Нурлан Мамедов. По его словам, годами трехсторонний формат сотрудничества реализуется по инициативе Азербайджана, и результат его налицо. Это становится важным фактором в эффективном обеспечении как взаимных интересов трех стран, так и удовлетворения их общих интересов. От трехстороннего сотрудничества Азербайджана, Грузии и Турции уже есть значительная польза. Это реализация таких проектов, как Баку-Тбилиси-Карс, Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Танап и другие. По словам председателя Центра стратегических исследований при Министерстве иностранных дел Турции Месута Özcan'a, три страны сотрудничают друг с другом почти во всех вопросах. Однако, если еще больше развивать это сотрудничество, можно добиться значительных успехов в будущем. Подразумевается, что студенты трех стран будут совершать взаимные визиты, бизнес-круги будут взаимодействовать друг с другом. У Турции и Азербайджана есть масштабные взаимные инвестиции, которые упрочняют взаимоотношения двух стран. Эти взаимоотношения должны продолжаться и в других сферах. Это призвано еще больше укрепить диалог между ними и создать прочный фундамент на долгие годы вперед. Директор европейских исследований Грузинского фонда стратегических и международных исследований Каха Гугулашвили считает, что основное направление сотрудничества трех стран – сфера экономики, что сказывается и на политических связях. Они также уделяют особое внимание взаимодействию в сфере безопасности, поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга. По его мнению, сейчас следует найти еще более эффективные пути укрепления сотрудничества. Я думаю, что будущие перспективы – это процветание нашего региона, это полное гармоничное, так сказать, сосуществование с международным сообществом. Я думаю, что мы идем в направлении функциональной интеграции. То есть Грузия, Азербайджан, Турция вполне могут во всех отраслях интегрировать свои производства. Участники международной конференции под названием «Трехсторонние связи Азербайджан-Грузия-Турция. Взгляд в будущее» подробно обсудили проделанную до сегодняшнего дня работу, а также обсудили имеющиеся перспективы. Виктория Периева, Урхан Мамедов, Руфат Алекперов, CBC.